Наш крошечный шарик, людская гордыня, долго представлялся гранитным бастионом, о который бессильно разбиваются волны вселенского хаоса, подобно тому, как во время наводнений волны Невы плещут на гранитный шар на стрелке Васильевского острова. Мы давно перестали беспокоиться о его сохранности. Для нас важнее завладеть им, отнять у наших соперников. Ленинградский университет. 15 тысяч студентов обучаются в стенах этого старейшего вуза страны. В лабораториях университета ученые решают многие важные для народного хозяйства проблемы. Ректор университета, крупный теоретик в области физики атмосферы, профессор, доктор физико-математических наук Кирилл Яковлевич Кондратьев. С какими планами вы едете на съезд, Кирилл Яковлевич? Большой коллектив университета охвачен сейчас в первую очередь мыслями о том, как сделать подготовку выпускаемых нами специалистов еще более полноценной. Мы хотим, чтобы отличительной чертой выпускника университета был творческий подход к делу, способность решать те трудные задачи, которые стоят перед советской наукой и техникой в предстоящем пятилетии и более отдаленном будущем. 27 марта ленинградцы тепло проводили своих делегатов на съезд коммунистической партии. 187 коммунистов едут в столицу. Это ученые и рабочие, писатели и строители. Успешной, плодотворной работы на съезде вам, дорогие товарищи! На редкость красивая судьба. Говорят, тот прожил удачно, кто завоевал любовь женщин и уважение мужчин. Академику Кондратьеву посчастливилось встретить самую большую любовь в своей жизни в такие годы, когда большинство мужчин уже думают только о поликлинике, и прожить с этой любовью до серебряной свадьбы. Его любимая женщина сделалась его лучшим другом и правой рукой во всех его делах. Она и сегодня говорит, что все будничные дела становятся счастьем, когда они служат сразу и любимому человеку, и выдающемуся ученому. Ей на редкость чужда даже самая малейшая рисовка. Ее античные черты всегда выражают серьезность и душевную чистоту. Смех совершенно детский. Хотя повидала она в жизни всякого. Вот уж воистину общечеловеческая ценность наша планета. Воздушный океан, водный океан и главный источник жизни на Земле – Солнце. На него нельзя смотреть без риска ослепнуть, но физики приблизили его к нам. Мы не раз видели на экране, как Солнце стремительно приближается, пульсирует, дышит, взрывается, переливается восхитительными и грозными красками, как оно порождает и безмятежные облака, и грозовые тучи, и дивное разнообразие трав и лесов, и мертвенной пустыни, пыльные бури, смерчи, наводнения. Все это теперь разворачивается перед нашими глазами с барочным роскошеством. Человек вообразил себя царем природы, но судьбы мира по-прежнему решаются на небесах. Во все времена находились люди, смотревшие в небо, отыскивая в этом новый источник вдохновения. Птоломей, Галилей, Кеплер, Коперник, Ньютон, Эйнштейн. Если брать даже самых великих, череда портретов будет не менее впечатляющей. Академик Кондратьев был одним из этой плеяды. Но многих ли из них мы знаем хотя бы по имени? Основные принципы глобальной теории климата. Фактически, это та область, которой занимался он всю жизнь. И равного ему по глубине знаний в этой области я не знаю. Человек, который много читает и всегда в курсе дела, он имеет возможность, ну что ли, свою интуицию развивать. Я думаю, что у него и логика, и интуиция были одинаково совершенны. Наша прагматическая эра провозгласила науку производительной силой. На первый взгляд, это еще и гуманно, ведь все, в том числе и наука, должно служить людям, увеличить комфорт, облегчать людские страдания. Чтобы выделить субсидии на астрономы, писал Пуанкаре, нашим политическим деятелям надо сохранить остатки идеализма.
Нет, астрономия полезна, потому что она величественна, потому что она прекрасна. Она являет нам ничтожность нашего тела и величие духа, умеющего объять сияющие бездны. Нужно тратить деньги на науку. Наука определяет будущее человечества и определила уровень современной цивилизации. Этот научно-образовательный центр, первое здание его возникло благодаря помощи Виктора Степановича Черномырдина, которого я убедил, насколько важно развивать эти области. А вот это здание, это я получил Нобелевскую премию, Владимир Владимирович Путин меня с ней поздравил, и я тут же дал ему бумагу о строительстве специального корпуса нашего научно-образовательного центра, и в этот момент ничего, кроме крайне положительной резолюции, он написать не мог. Кирилл Кондратьев, серьезный паренек из Рыбинска, поступил на ленинградский физфак в 1938 году. Но рукотворная смута века науки скоро отняла его от груди матери-кормилицы и бросила сначала на Ленинградский фронт, затем в госпиталь для умирающих от голода. Дело вроде было совсем благополучно в том смысле, что я уже ничего не хотел. Я спокойно лежал на своей койке и помирал от голода. Врач посмотрел мою историю болезни, видит, студент третьего курса физического факультета оказался в таком положении, надо его спасать. И она начала меня спасать и спасла. Что значит спасать? Сделали переливание крови, потом какую-то дополнительную диету мне прописала. И к июню месяцу 1942 года я уже мог встать на ноги. Но Кирилл Яковлевич Кондратьев, прошедший огни и воды, оставался образцом корректности, словно никогда не выходил из академической среды. Только из всех своих многочисленных наград носил лишь скромный значок ветерана Великой Отечественной войны. Нужно было разминировать то пространство, которое было перед нами. Тогда я говорю, ребята, давайте я пролезу туда, в спираль Бруно, чтобы увидеть, а что за спираль там находится. А за несколько недель до этого нашу часть пополнили штрафниками. И один из них говорит мне, знаешь что, давай я полезу. И полез через эту расщелину. Высовывается его рука, он передает мне мину, я передаю ее саперам, чтобы они разминировали. Пока в один прекрасный момент мина, которую он мне передавал, не взорвалась у меня прямо перед моим носом, что называется. Что меня, между прочим, спасло. Потому что иначе мне бы голову снесло. Это было, когда улыбался только мертвый спокойствию Ред. Перед этим горем гнутся горы, не течет великая река. Увы, равнодушной природе нет дела до наших страданий. Реки текут, как и текли, горы не колеблются, солнце сияет. Я родилась там, да. Вот в тех местах далеких, в сибирских. Даже Кирилл Яковлевич иногда смеялся, говорил, вот ты такая закаленная, здоровая, тьфу-тьфу. И скажи спасибо товарищу Сталину за это. Вот такая была у него шутка. А случилось это так. Мой папа, конструктор военных кораблей, был арестован. И по доносу это произошло, и вся головка этого бюро конструкторского была арестована. Мама в ту пору была студенткой третьего курса медицинского института. Она поехала за моим отцом. Они вместе жили в этом бараке, который отец строил на этом лесоповале. И я там родилась. Можно догадаться, что в эту пору жизнь обращалась к ней отнюдь не самой светлой своей стороной. Хлебнув и фронта, и медсанбатов, Кондратьев демобилизован был после тяжелого ранения. И с 44-го года вновь университет, кафедра физики атмосферы. Эту кафедру Кондратьев с блеском закончил после войны и впоследствии много лет ее возглавлял. Не оставлял он ее и тогда, когда занимал должность ректора. Ну, Кирилл Яковлевич Кондратьев – выдающийся ученый. Я его знал еще, когда он был ректором Ленинградского университета. Это был очень хороший ректор, который, в общем, помимо всего прочего, и он это умел делать, проводить свою независимую политику. Когда мы готовились празднованию юбилея университета к 150-летию, один из очень уважаемых людей в университете и члена вот этой комиссии, он с такой идеей предложил, что в Октябрьском зале во время
торжественное заседание, на каждое кресло положить брошюрку работы Ленина. Кириевич, услышав это, сказал: «Ну, Германович, дайте хоть один праздник по-человечески отметить». И этот вопрос был снят. Вошел в этот кабинет с особым трепетом, зная, кто до меня работал в этом кабинете и какой высоты планка задана людьми, которые здесь работали. В общем, для меня неудивительно, что там, где есть свобода, там, где есть независимость, там, где есть свободный обмен мнениями, там и появляется реальная, настоящая наука, там появляются люди, которые меняют мир. Минимизировать число и накал конфликтов ему помогало то, что он никогда не совершал ни единого шага ради гордыни, ради самолюбия. А кроме того, он просто был джентльменом. Для того, чтобы поступить в университет, мне пришлось скрыть, что я был в плену у немцев. Меня, значит, лишили звания лауреата Ленинской премии. Мне запретили защитить докторскую диссертацию. То есть это было черт знает что. И вот в то время, когда максимум этих неприятностей было, мы случайно познакомились с Кириллом Яковлевичем. И Кирилл Яковлевич, как фронтовик, меня прекрасно понял и, так сказать, в дальнейшем мне оказывал содействие. Он встретился по каким-то делам с заведующей отделом науки обкома партии, и Зинаида Михайловна Мирошникова, она сказала: «Что-то, Кирилл Яковлевич, вы много за границу ездите». А Кирилл Яковлевич в то время был вице-президентом Международной ассоциации астронавтики. Это очень была важная, ответственная должность. Впервые эту должность занимал представитель Советского Союза. И многие вопросы, которые связаны с космонавтикой, именно решались там. И он объяснил, что я по долгу службы должен быть. Но если вы считаете, что моя деятельность в этом качестве мешает моей ректорской деятельности, то я готов уйти с этой должности. Кирилл Яковлевич, насколько я понимаю, был тогда членом обкома, да? Обкома – это ого-го, какая весомая фигура. И вот взять и написать вот так заявление. И дальше работать. Причем он ведь после написания этого заявления был избран в Академию наук. Это говорит о многом. В советские времена, после того, как человек сам ушел с должности ректора, значит, только научными, реальными научными достижениями можно было заслужить звание академика. Параллельно он возглавлял серьезные структуры и в Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, и в Институте озероведения, и с самого начала выполнял классические работы по актинометрии. Но звездным часом его стал выход в космос. Кондратьев одним из первых оценил искусственные спутники как еще небывалый инструмент исследования. Инструмент, который еще нужно было освоить. И он был освоен Кондратьевым и его учениками в союзе с легендарным Королевым. Как только был запущен первый искусственный спутник Земли, он ухватился за эту идею. И, насколько я понимаю, он именно был первым, который, так сказать, поставил вопрос об использовании космической техники для регистрации изменений, которые происходят на Земле. И вот эта его научно-организационная деятельность, я считаю, была именно золотым фондом, который был внедрен в советскую науку. Совещание, которое проходило у Сергея Павловича Королева, и оно было посвящено результатам исследований атмосферы, и космонавт-2 Герман Степанович Титов с большим энтузиазмом рассказывал о космических зорях. Мы предложили, говорим, а почему, собственно говоря, не поставить такой очень интересный эксперимент? Взять, так сказать, самый спектрограф, разместить, так сказать, щель перпендикулярно горизонту, получить, так сказать, спектрограммы сумеречного ореола, восстановить вертикальный профиль оптически активных компонентов и получить вполне объективную оценку всех тех, так сказать, наблюдений, которые космонавты непосредственно наблюдают из космоса. Вообще говоря, Кирилл Яковлевич, он, подбирая своих, так сказать, помощников, он давал им возможность творчески работать, никогда не ограничивал их, так сказать, активности. И вот это способствовало тому, что все мы очень
старательно, так сказать, работали, отдавали все свои силы для получения этих, так сказать, данных и чувствовали, что мы нужны. Мне казалось тогда, что все были влюблены в Кирилла Яковлевича, все женщины, которые там работали. Они говорят о студентках, ну, мы на него смотрели как такую где-то недосягаемую величину нашего любимого профессора, не могли к нему приблизиться. Но помню, что он был такой общительный человек, устраивались кафедральные вечера, и несколько человек к нему подходили, приглашая его танцевать. Все это было легко, красиво вальсировал Кирилл Яковлевич. Ну, я никогда, конечно, такое не осмеливалась. Здесь самое время вспомнить слова Цицерона о том, что природа, заставив все живые существа склоняться к земле в поисках пищи, одного только человека подняла и побудила смотреть на небо. И дополнить их словами Сент-Экзюпери. Любовь – это не когда двое смотрят друг на друга, а когда двое смотрят в одну сторону. Будущие счастливые супруги смотрели не просто в одну сторону. Они многие годы смотрели в общее небо, прежде чем решились приблизиться друг к другу. Любовь людей зрелых, вкусивших горького опыта, стоит гораздо дороже, чем любовь юных, чей дар идеализации еще не унижен разочарованиями. Отточить остроту зрения на некрасивой правде о человечестве и все же видеть своего любимого совершенным, для этого нужно быть неисправимым романтиком. Ее пригласили работать в главную геофизическую обсерваторию имени Воейкова, где академик Кондратьев заведовал отделом. Новое дело требовало постоянной работы в библиотеке для формирования информационно-поисковой системы «Гидромет», и Кондратьев тоже просил собирать для него те или иные данные. Так началось их деловое общение. Однажды Кондратьев вдруг деликатно напомнил ей о давнем обещании. Она пекла пироги всю ночь, сожгла два противня и, не спавши ни единой минуты, приехала с корзиной на Комаровскую дачу уже во второй половине дня. Долго звонила в свой будущий дом, однако никто не открывал. «Наверное, гуляй», – подумала она и, наконец, осмелилась подергать дверь. Дверь открылась. Она присела на диван подождать, а потом не выдержала и на минутку склонилась к подушке. Проснулась она, когда хозяин дома спустился вниз со второго этажа. Она была сконфужена до крайности, а он, напротив, уверял ее, что она поступила совершенно правильно. Этот разговор уже тянущихся друг к другу, но еще не решающихся в этом признаться воспитанных людей, каждый легко представит себе сам. Ей и потом было трудно перейти с ним на «ты». Ну, и все обратили внимание, конечно, как он был одет, что у него брюки и края штанин были уже такие все замахрились. И однажды ему сказали, ну, вот как мы можем вам зашить, вот помочь вам, считали. Даже так. Кирилл был с юмором человек. И так, не смущаясь, сказал, да, пожалуйста, конечно, у меня они единственные, просто других нет. И ходил в ту пору в таких белых брезентовых туфлях. К сожалению, о достижениях академика Кондратьева почти невозможно рассказать без формулы графиков, от которых все нормальные люди немедленно погрузятся в сон. Даже самые близкие его коллеги и ученики, отдав дань восхищения масштабу его мыслей сверхчеловеческой эрудиции, тут же переходят к коротковолновой и длинноволновой радиации, радиационному переносу и турбулентному перемешиванию, к полихромоторам, спектрографом и спектрофотометром, забывая сообщить профанам, какое это чудо спектральный анализ. Вот тот самый знаменитый эксперимент, знаменитый, потому что он был первый, во-первых, в нашей стране, первый в мире, так называемый подспутниковый эксперимент. Идея заключается в том, что впервые был проведен синхронный эксперимент. Для чего он был нужен? Дело в том, что снимки в то время, они выглядели еще совершенно непонятными специалистами. То есть набор, мозаика пятен, темных, белых и так далее. И чтобы расшифровать эти пятна, необходимо было привязывать не только к картам, это-то просто, а привязывать к земной поверхности, которая меняется. И чтобы понять закономерности эти, необходимо было производить спектрометрирование с помощью разных аппаратов, как на Земле, так с самолета, так и с космоса. Кстати, и на спутниках также были установлены спектрометры, которые изготавливались на кафедре физики атмосферы у нас в университете. И это были штучные экземпляры, таких приборов еще не было. Мудрый Сократ, интерес к тому, из чего состоят звезды, приводил как пример праздного вопроса, на который никогда не будет получен ответ. Но вот 150 лет назад Киркоф и Бунзен
обнаружили, что по изучению объекта можно определить его химический состав. Благодаря этому гелий был обнаружен на Солнце раньше, чем на Земле. Космонавт Хрунов Евгений Васильевич, он впервые снял, так сказать, спектры сумеречного ореола. Они как раз показывают всю, так сказать, все краски, которые связаны с этим интересным очень явлением. И вот впервые мы создали ручной спутниковый спектрограф, который был первым спектральным прибором, который был запущен в космическое пространство. Но Кирилл Яковлевич больше занимала не поверхность как таковая, а Земля в комплексе с атмосферой, климат, метеорология, геофизика. Особенно верхняя атмосфера, озоновый слой, распределение по высоте различных загрязнений, тепловой баланс. Все те вопросы климата и экологии, которые сегодня стали предметом политики и околонаучных манипуляций. Еще я хотел бы отметить его вклад в развитие новых на тот момент времени методов дистанционного зондирования, связанных с регистрацией сверхвысокочастотного электромагнитного излучения. То есть до этого в основном работали в оптическом диапазоне, а Кирилл Яковлевич привил у нас любовь использовать вот этот СВЧ, необычный диапазон, в котором наша страна долгое время занимала передовые позиции. Но в сегодняшнее непростое время вот методом и технологиям аэрокосмического мониторинга или дистанционного зондирования, вот одним из пионеров которого являлся Кирилл Яковлевич, оно сегодня у нас находится, вот я это гарантирую, на самых передовых позициях. Выходит, он был одним из отцов космонавтики. Да, Кирилл Яковлевич не конструировал космические системы и аппараты как таковые. Но он ставил задачи и обосновывал саму необходимость и полезность получения из космоса громадного объема новой информации об атмосфере и земной поверхности. Сведений, далеко выходящих за рамки обычной картографической информации. Он читал лекции космонавтам, и уже к этому времени были результаты космических исследований, которые Кирилл Яковлевич как бы обрабатывал со своими сотоварищами из Санкт-Петербурга. Это и Бузников, и Смоктиелец, и Виноградов. И с академиком Раушенбахом у Кирилла Яковлевича были, значит, встречи, и мне тоже приходилось присутствовать при всевозможных совещаниях, конференциях, где обсуждались результаты научных исследований. Когда они стали мужем и женой, она ушла с работы, как ее не уговаривали. Она была хорошим специалистом, но она считала дело женщины посвятить себя мужу. Ведь ее мать даже отправилась за мужем в ссылку. Моя мама была столь наивна и столь влюблена и предана моему отцу, она решила пойти и выяснить, не может быть, что ее муж враг народа. Пришла она на Литейную 4, там она обходила массу всех этих окошек, никто на нее не реагировал, говорили, что это невозможно, невозможно, никто не слушал. Но один человек все-таки нашелся и сказал, что ваш муж, если он не признается, то будет отправлен в сибирскую тюрьму, где, возможно, вы с ним будете иметь очень короткое свидание, где он вам скажет, в какую сторону его направит. Она поехала за моим отцом, встретилась в новосибирской тюрьме с папой. Длилось это свидание 3 или 4 минуты, где отец сказал, что по этапу это опь Колпашева. И мама поехала туда, нашла, встретилась с отцом. Потом они вместе с Кириллом Яковлевичем часто беседовали, разговаривали. Кирилл Яковлевич всегда восхищался и поражался, какой удивительный мой отец, который сохранил такой прекрасный характер, прекрасная речь. Человек, который не имел злости на существующую власть. Кирилл Яковлевич говорил, хорошо бы попасть в те места и посмотреть, где жили твои родители? Кондратьева с полным правом можно отнести к первооткрывателям космоса. Именно он на основе абстрактных цифр, телеметрии, рассказал о погоде и климате далеких планет, как будто побывал на них сам. Чтобы задать вопрос, надо знать часть ответа. Чтобы это узнать, надо было еще до полета сказать разработчикам, что, где и как измерять. Кирилл Яковлевич был человеком, который проявлял еще скрытую от нашего разума и воображения информацию, спрятанную в добытые техническими средствами сырые цифры. Природу надо уметь спросить, однако мало задать вопрос, надо понять полученный ответ.
Телеметрия позволяет лишь глядеть, видеть же разум, по зоркости своего разума. Он был одним из немногих. Именно это качество обеспечило академику Кондратьеву безоговорочный авторитет у коллег во всем мире. В наш век бурного научно-технического прогресса все менее существенной становится зависимость человека от стихии природы. Но с другой стороны, все более важным становится получение самых разных данных об окружающей среде, атмосфере, океане, земной поверхности. В этой связи была достигнута договоренность провести совместную советско-американскую экспедицию в Беринговом море. Одной из групп, по сути дела, он руководил. Эксперимент был организован таким образом, что нам, то есть советской стороне, был выделен квадрат 500 на 500 километров в районе Тихого океана. Исследовали, привлекались сюда и судовые наблюдения морские, и получена была информация уникальная. One of my closest co-workers, his name was Bill Campbell. Билл Кэмпбелл, один из моих ближайших коллег, проводил вместе с Кириллом Кондратьевым эксперименты в Беринговом море. Это был большой международный проект. В нем также принимал участие Ричард Гуди, профессор Гарвардского университета. Он много работал с Кондратьевым, ведь Гуди – один из крупнейших ученых в области физики атмосферы. Он едва ли не в буквальном смысле слова подарил ей целый мир. Почта к нему приходила пудами, и он, раскладывая приглашения всех сторон света, спрашивал свою помощницу-повелительницу, куда на этот раз она предпочитает отправиться. Например, это было в Японии. Это знаменитый книжный магазин, огромнейший просто дворец. Называется «Кинокуния», где Кирилл Яковлевич сразу же начал смотреть, как в библиотеке, и было очень интересно, и увидел неожиданно свою книжку и сказал: «Боже мой, как дорого она стоит, кто же это может купить?» Внешняя легкость и бесконфликтность его академической карьеры объясняется просто. Уровень его работ и его понимание проблем всегда на несколько шагов опережал уровень современных ему исследований. Фонгоферовы линии – это, так сказать, очень узкие черные интервалы в спектре Солнца, где нет солнечной радиации. И вот с этими провалами в спектре солнечной радиации приходит к земной поверхности. Мы пришли к выводу, что вот это обстоятельство должно сказываться, в частности, и на развитии иммунодефицита. Вот мы в Минске уже в течение нескольких лет в ряде клиник ведем опыты, которые заключаются в том, что мы освещаем людей, больных СПИДом или имеющих ВИЧ-инфекцию, светом от ламп, монохроматическим светом от ламп на определенных фиксированных нами длинных волн. И самое удивительное, что до сих пор не было неудач. Во всех случаях оказывается, что такого рода освещение благоприятно влияет на восстановление иммунодефицита. То есть, скажем, в 5 случаях мы избавили людей от ВИЧ-инфекции. Наука не может знать одну истину. В науке нет и не может быть ничего, кроме гипотез. Честность ученого заключается только в том, что он с одинаковым усердием стремится доказать или опровергнуть как то, что ему житейски выгодно, так и то, что невыгодно. Это справедливо для любой науки. В науке о климате едва ли не самое трудное то, что она в огромной степени складывается из элементов, принадлежащих другим наукам. Движение водных и воздушных масс принадлежит механике сплошных сред, превращение веществ в химии и биологии, преобразование и таяние льдов в теплофизике, рассеяние, отражение и поглощение солнечного света – оптики, электромагнитные процессы – электродинамики, изменение растительного покрова – ботаники. И каждый из фрагментов этой картины при таких грандиозных масштабах уже сам по себе представляет совершенно неохватную задачу. Я бы сказала, большое удовольствие, что я могла участвовать в этом
процессе в жизни такого выдающегося человека. Для меня, конечно, Кирилл Яковлевич всегда был выдающимся, великим ученым. Пусть покажется многим это нескромным, но я всегда так относилась к нему. Ученый, посвятивший себя синтетической, глобальной проблеме, должен учиться до конца своих дней наравне со своими студентами. И Кондратьев учился до конца своей, по счастью, долгой творческой жизни так, как большая часть его студентов занимается лишь в ночь перед экзаменами. В мире нет человека, какого бы звания и какого бы происхождения он ни был, который был равен Кондратьеву как энциклопедисту. Это человек, который знал все. Каждую неделю, когда приходили в библиотеку Академии наук в Ленинграде новые пополнения, самым первым читателем был Кирилл Яковлевич. Он читал постоянно, читал за письменным столом, читал на отдыхе, в дороге, на совещаниях, которые при его высоких постах могли бы поглотить все его время, если бы он не умел выкраивать для дела буквально каждую минуту. Зато и знал он в своей энциклопедической области решительно все, что можно было знать. Рассвет Кирилла Яковлевича как ученого пришелся, вообще говоря, на золотой век этой науки в нашем Отечестве. Мы, бесспорно, были одними из лидеров мировых. Вот. Но в конце 20 века мне казалось, что ситуация, так сказать, абсолютно беспросветная. И, вообще говоря, России голову не поднять в этом смысле. Хотя, с другой стороны, я считаю, что эта наука, она существенно интернациональна. И, в общем-то, национальный акцент, может быть, здесь и, в общем, не играет первостепенной роли. Но, тем не менее, поскольку эта наука становится фактором национальной безопасности, то, конечно, каждой стране, особенно стране, претендующей на роль там, великой державы и так далее, а у России абсолютно все основания для таких претензий, конечно, ей нужно иметь сильную климатическую науку свою. Если даже бегло просмотреть одну из итоговых монографий «Перспективы развития цивилизации», «Многомерный анализ», написанную в соавторстве с Крапивиным и Савиных, если следить даже не за идеями, а лишь за используемым материалом, уже возникает ощущение чего-то запредельного. Динамика населения за десятилетия, динамика экономического роста или спада, потребление угля, нефти и газа во всевозможных регионах, цены на нефть и бензин, выбросы углекислого газа, урожайность зерна и кукурузы, внешний долг стран СНГ и Восточной Европы, размеры ядерного арсенала, сохранность лесов и коралловых рифов, производство мяса, металлов, древесины, продолжительность пребывания в атмосфере двуокиси серы, окиси азота, аммиака, метана, энергозатраты сельского хозяйства, запасы бурого и каменного угля, площадь поверхности нефтяной пленки, количество свинца, поступающего в мировой океан, водопотребление и совокупная масса вулканической пыли. В науке о глобальном климате оппонентов может рассудить лишь история. А Михаил Иванович Будыка и Кирилл Яковлевич Кондратьев спорили, вообще говоря, и была довольно сложная дискуссия. И я вообще был ближе к Михаилу Ивановичу. И даже больше разделял его позицию, хотя не мне быть судьей в этом споре, потому что моя область несколько иная в физике. Да, он не разделял позицию Михаила Ивановича. Он не разделял позицию очень многих ученых, которые сегодня так много говорят о глобальном потеплении. И Кирилл Яковлевич считал, что это, как говорится, обычный цикл, который происходит, проходил много столетий тому назад и сейчас. Но он всегда искал научные доводы в этом споре. В пределах одной человеческой жизни слишком уж велик соблазн прогреметь на весь мир предсказанием какого-нибудь антропогенного апокалипсиса. Прогреметь, сорвать с перепуганных дилетантов солидные суммы на спасение мира от прохудившегося озонового слоя, от парникового эффекта, от глобального потепления. А суд всем этим сенсациям сумеют вынести лишь потомки. Они же, может быть, и разглядят, кто и сколько миллиардов на этом заработал. Именно поэтому в глобальной экологии, глобальной климатологии необычайно важно такое, казалось бы, внепрофессиональное качество, как честь ученого. Я считаю, чрезвычайно важно, когда ученые не поддаются на какого-то сорта общественные и политические, так сказать, моменты, отстаивая свою принципиальную позицию. I was recently in a
Недавно я был на научном конгрессе в Индии, и там много говорили о Николасе Стерне, ученом, который исследовал воздействие экологии на экономику. И я заявил там, что в действительности Стерн не был первооткрывателем, поскольку уже 15 лет назад эти проблемы впервые были поставлены Кириллом Кондратьевым. Когда речь идет о процессах и без того почти непредсказуемых, готовность ученого подыгрывать сильным мира сего превращает его из искателя истины в едва ли не самого могущественного ее врага. И уникальная роль академика Кондратьева заключалась в том, что во всем мире он обладал не только научным, но и огромным моральным авторитетом. Я защитил диссертацию в 1965 году. К тому времени я уже знал о Кирилле Кондратьеве, ведь это был один из крупнейших специалистов в области физики атмосферы. Его имя было чрезвычайно известно в научном мире. Сначала я познакомился с основными работами Кондратьева, и он стал для меня учителем задолго до того, как я, занимаясь проблемами физики атмосферы, познакомился с ним лично. Ну а его книга — это поистине Библия для всех тех, кто изучает эти вопросы. Великий физик-теоретик Вольфганг Паули шутил, что когда он предстанет перед Господом, он задаст ему два вопроса. Первый. О единой теории поля, второй – о физике атмосферы. Но он заранее уверен, что на второй вопрос Господь лишь вздохнет. Я еще сам не разобрался. Все мы слышали про Киотский протокол, что-то очень экологически чистое и прогрессивное. Совершенно ясно, что это авантюра. Даже есть и есть глобальное потепление, оно есть. Те повышения температуры, которые будут, для России это просто манна небесная. Прекрасно. Поэтому присоединиться к Киотскому протоколу не в интересах наших. Невозможно предсказать, в какую сторону упадет карандаш, поставленный на острие. Это понимают и не столь большие ученые, как академик Кондратьев. Но когда одну из возможных позиций поддерживают огромные силы, требуется мужество и бескорыстие, чтобы открыто указать на ее недостаточную обоснованность. Он никогда не боялся выступить против самой модной и выгодной компании. Доклад был сделан Кириллом Яковлевичем во время открытия по Киотскому протоколу. Когда в присутствии всего вот этого синклита международного мне пришлось просто-напросто бросить обвинение в фальсификации фальшивого, неверной интерпретации тех научных результатов, которые есть. Мы с Кириллом Яковлевичем об этом обговаривали, поэтому мое выступление было не совсем спонтанным. Он очень научно в самом начале высказал, что это вся мура. Ну, а в конце мне пришлось сказать, что это не просто мура, но еще на этой муре еще и фальсификация. Академик Кондратьев был человеком другой закалки, считавшим недопустимым любое искажение научной истины. Тем более в стратегических вопросах развития человечества, когда от рекомендаций науки зависит будущее народов и цивилизаций. Научиться управлять своей планетой, не нанося вреда людям и не расходуя все более дефицитные ресурсы впустую. Найти и обеспечить своей стране достойное место в мировом сообществе. Вот сверхзадача для науки. Он оставил нам фундамент незаконченного здания. Почему вот личность ушла, но личность возвращается, и значение этой личности становится для нас все больше, причем что значит для нас, для человечества. Все больше и больше. Он взял на себя огромную ношу, то есть провести колоссальное обобщение. То есть фактически Кирилл Яковлевич наработал столько, что, в общем-то, сейчас вот отдельные направления его исследования формируются сейчас, и, в общем, создаются целые научные коллективы, которые продолжают эту работу. В идее глобального управления природной и искусственной средой скрыты очень непростые этические вопросы, по сравнению с которыми даже проблемы медицинской этики выглядят мелко. Сколько людей способно устойчиво прокормить Земля? Кто и как будет делить билеты в будущее? Бездумно и бесконтрольно отдать вопросы жизни и смерти международным организациям и другим государствам, как это вышло с Киотским протоколом,
Безусловно, нет. Нам нужна собственная, независимая и полноценная научная база для равноправного участия в управлении мировым развитием. А готовить и принимать решения должны люди с чистыми руками, всеобъемлющими знаниями и неистощимой любовью к людям и всему живому. Именно таким был удивительный человек и уникальный ученый, академик Кирилл Яковлевич Кондратьев. В последние годы полученные за границей гонорары он тратил на издание книг в России и на поощрение своих сотрудников. Такой вот оригинальный способ финансирования науки. Академик Кондратьев вкусил всего, о чем может мечтать смертный. Он знал счастье и несчастье, успехи и поражения. Но даже и поражения его были масштабными, а потому красивыми. Последние годы его жизни – классическая трагедия, столкновение великой личности и рока. Рок сильнее, но человек прекраснее, если уходит со сцены несломленным. У этого человека внутри себя есть огромная опора. Это его воспитание, это его знание, это его мораль. Это его ответственность, и это, в конце концов, вот то, что я сказал, гражданственность его. Вот тогда и появляется аристократ духа. Тогда появляется элита. За этим вот аристократом я пойду. Академик Кондратьев ушел несломленным. Мыслить не о себе, не о своей уходящей жизни, о стране, о планете. Пока еще зеленый и все еще голубой. Потому нам как никогда необходимо спасительное чувство причастности к чему-то красивому и долговечному. Для большинства обычных людей это чувство рождается принадлежностью к собственному народу. Потому-то людям так остро необходимо красивое национальное родословное, необходимейшей частью которой является череда выдающихся ученых, чьи имена мы сегодня с младенческим легкомыслием позволяем заносить пестрым ссором политики и гламура. И единственным утешением для нас, лишившихся вечного, оставшихся только с бренным, является красота. Красивый конец, когда человек уходит несломленным, подобен финальному аккорду. И этот аккорд остается с верной подругой выдающегося ученого до конца ее дней. Светлана Ивановна, в архиве до вашего приезда нашла некоторые новые данные о купеческом роде Кондратьевых. Вообще, это очень трудовая семья. В своем большом общем трудовом деле, в частности, в торговле, пользовались своими старообрядческими традициями, уважение к людям, гостеприимство большое. Они отказывались продавать табачные, винные изделия. Это был высоконравственный уровень. У нее, в отличие от других вдов, осталась возможность служить своему любимому и после его смерти, приводить в порядок его наследие, что-то делать для увековечивания его памяти. Ведь из наших государственников почти никто не понимает, что одна из важнейших миссий государства – укрепление и обогащение культурной памяти, красивой национальной родословной. Он и за гробом остался с нею. Не в том расхожем смысле, что она его помнит. Это, к счастью, удел многих. Но в том, что забота о его наследии после его смерти наделяет ее жизнь смыслом и красотой. Вот так на склоне дней, на вершине всемирного признания, академик Кондратьев пошел против могучего течения, примкнув к которому, он мог бы прожить свои последние годы куда более комфортабельно. Но подобные мотивы для него не существовали. Любовь к истине. Не есть ли сама мораль? Люди, подобные академику Кондратьеву, способны наделить красотой и смыслом жизнь целого народа. И если только народ умеет ценить своих выдающихся сыновей. Впрочем, простые люди нигде этого не умеют. Дело государства помочь им в этом. Дело государства длить красивую национальную родословную, для которой благодарение небесам нам вовсе не требуется прибегать к фальсификации.
Нужно всего лишь регулярно проводить инвентаризацию своих сокровищ. А люди, подобные академику Кондратьеву, аристократы духа, и есть главные сокровища России.